Что у нас сегодня интересного? У нас сегодня аккорд, замена ремней, роликов, промывка инжектора, естественно, замена свечей и масла. А, это тот самый аккорд? Тот самый. Будем загонять. Ух, прокатился на Type-S. Все, у нас машина в боксе. Приступаем к ТО, замена свечей и промывке инжектора. Она попадает в кадр, та штука? Тут промывочная станция подсоединена к рампе. Мы сейчас запустим, будем промывать. Но иногда можно подсоединять к топливопроводу сразу после бензонасоса. Мы изначально так хотели, но не получилось, потому что там штуцер отремонтированный, его нужно поменять, прежде чем это сделать. Все, заводим автомобиль. Закончили, инжектор промыли. Если эту процедуру делать регулярно, то автомобиль сохраняет свою отзывчивость на педаль газа и предотвращает перерасходу топлива. Ждем этого красавца на замену сцепления, которого мы не будем менять, а цепи и регулировки клапанов. Ну что, ждем этого красавца на замену цепи, регулировку клапанов. Задавайте вопросы в комментариях. Всем пока! ТО мы закончили, инжектор прочистили, промыли. Да что ж ты, чем мы там этим чистили? Ёршиком? Нет, отстой. Не прёт меня.